Льготные тарифы для школьников старше 7 лет и студентов очной формы обучения образовательных учреждений в этом году сохранены. С 1 сентября по 31 декабря данные категории обучающихся имеют право на проезд пригородным железнодорожным транспортом за полцены. Для приобретения льготных билетов необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и студенческий с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, подтверждающий очную форму обучения. Для школьников и воспитанников других образовательных учреждений старше 7 лет, а справку, доказывающую его обучение.